знаю, что сказать. Давайте, Надя. Самое главное то, что... Видимо. Вот эти... Те самые две звезды, которые... Марина Викторовна и Михаил Витальевич. Скромно. Скромно, да. Легендарный, да. Шли к этому моменту очень долго, но очень быстро запрягли телегу. И поехали. Да, и поехали. Ну, куда приедем, туда приедем. Но думаю, что... Думаю, что нас уже не остановить. Да, это успех, сказала мрачно и заплакала. Потому что с такими ребятами, с такими орлами и орлицами можно большие дела делать. Театр без вас невозможен. Вы – это основа театра. Вы – это украшение театра. Театр – это дело коллективное. Какие бы мы звезды ни были, но без звездочек дальше нам двигаться невозможно. Мы же не зря звезды театральные включали в конце. И мы очень рады, что и как-то странно все это, как бы с одной стороны, что все это произошло вот так вдруг. А с другой стороны, наверное, как-то вот судьба, она все-таки не зря такие вещи, происходят, наверное, не случайно. Потому что мы сегодня с вами стоим практически в центре Вселенной. Театральной вселенной, я имею в виду город Екатеринбург, да. Вокруг нас оперный, мускомедия, Коляда тут, Тюз. А в центре мы. Круто. Не на Ленина рядом, еще вперед. А мы в центре. Вертится вокруг нас. Да, вообще помню. Да, наступит такой день, и я в этом уверена, Марина Викторовна, в этом уверена. Когда... На наши спектакли будут билетики спрашивать от угла. Ну, скажите. А у нас их не будет. Да, у нас нет. Придется закрыть кафе. Придется мускомедию закрыть. Последний голос вырвется. Но мы на самом деле задались целью делать такие спектакли, которые составят конкуренцию, в том числе и мускомедии. Да, потому что мы видим театр как театр, который радует людей. Театр для публики, театр для души, театр для того, кто купил билет за 7 тысяч и сел на первый ряд. Ого! Не на первый, на шестом. А, на шестом. А, да. Самая лучшая картинка на шестом ряду. Да, между прочим. Вот, и... Все как-то вот так, случайно, не случайно. Я предлагаю выпить. Я буду, наверное... Можно я присоединюсь, да, сначала к словам, а потом мы выпьем, ладно? Да. Я хочу сказать, что мы все усилия с Михаилом Витальевичем прилагаем и строим этот театр только ради вас. Не было бы вас, мы бы ничего не стали делать. Поэтому, поскольку у нас подобралась такая шикарная команда, я имею в виду вас, то мы и пустились в это плавание и взялись за это сложное дело. Вы сами понимаете, да, какое это сложное дело, театр. Мы приглашаем специально сейчас к вам новых режиссеров. Вот Алексей Викторович, кто не знает, познакомьтесь, это наш режиссер. Так и будем вас называть. Да, да. Мы вчера пригласили Илью Николаевну. Я стыжусь. Я, блин, так устал, что... Можно я договорю? Ha ha ha!
Алексей Викторович, Елена Николаевна мы пригласили вчера на постановку к вам. То есть мы сделаем все, чтобы вам было интересно у нас, чтобы вы у нас блистали на этой сцене, чтобы вам не стыдно было пригласить своих друзей, знакомых, чтобы они приходили с радостью к нам. Поэтому за вас, и за новый театр. За вас, Михаил Витальевич. И за вас, Елена Викторовна. Ура! 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 Ура!